Как и многие организации, Центральная библиотека подвела свои итоги работы за 2017 год. Более подробно смотрите в следующем материале. В 2017 году сотрудники библиотеки поработали плодотворно и творчески. Был перевыполнен план муниципального задания по нескольким основным категориям. Например, зарегистрировано пользователей на 105%, выдано книг на 117%, а посещений было на 105%. За год было обслужено 7363 пользователя. За 2017 год было приобретено 785 экземпляров книг на сумму 138 тысяч рублей. Произведена подписка на общую сумму 194 тысячи рублей. У нас есть свой сайт, который постоянно мы пополняем. В конце года мы изменили версии сайта, то есть добавлены версия для слабовидящих, которой у нас не было, и обратная связь. Виртуальных пользователей у нас, то есть сайт посетили у нас 9787 виртуальных пользователей, то есть почти 10 тысяч. За отчетный год оказано платных услуг на сумму 234 тысячи рублей и пожертвования 348 тысяч рублей. Доход от этих от реализации этих услуг направлен на развитие библиотеки. Межпоселенческая центральная библиотека работала по целевой программе «Природы чудный лик», посвященной Году экологии в Российской Федерации, цель которой – экологическое воспитание людей, а особенно подрастающего поколения, содействие формированию активной жизненной позиции в вопросах экологической безопасности. Для этого в отчетном году были оформлены книжные выставки, фотовыставки, проведены мероприятия, экотурнир, экологические шарады, экологический флешмоб «Это земля твоя и моя». Также хочется отметить, что сотрудники Центральной библиотеки в 2017 году провели на высоком уровне большое количество культурно-досуговых мероприятий, как для детей, так и для взрослых. Праздник для детей 1 сентября, день рождения телеканала «Амурск», день города и еще много всего интересного. Было проведено 487 мероприятий, и из них для детей 305, которые посетило 14 710 человек. Для людей пожилого возраста, во-первых, в стенах нашей библиотеки существует кружок познавательный английский, что, в общем-то, количество посетителей этого кружка растет, приходят люди, им нравится. Вот. Также мы проводим курсы по обучению людей пожилого возраста работе на персональном компьютере. С февраля месяца у нас будут возобновлены эти курсы, поэтому приглашаем амурчан, кто желает, значит, прийти к нам в библиотеку и обучиться именно основам знаний на персональном компьютере. Межпоселенческая центральная библиотека является частью Национальной информационной системы России. Входит в число участников Национальной электронной библиотеки. У читателей появилась возможность пользоваться единым информационным пространством знаний России.